заеду. Что же делать? Видать, судьба. Что-то босса, а что-то ледо. Вид различный, а суть одна. Никого, кто помог мне хотя бы. Никого, кто бы смог защитить. Если стали мужчины как бабы, то о женщинах что говорить? Вот это да, вот это да. Что ледо всякое бывало. Такого не было скандала. Подождите, да что ж такое? Я скажу вам, как надо жить. Эй, оставьте меня в покое. Вам молиться, а мне грешить. Вы не правы, о, как вы не правы. Слушай, парень, поди и остынь. Со своим богомольным уставом ты не суйся в чужой монастырь. Вот это да, вот это да. Сто лет всякое бывало. Но никогда, но никогда такого не было скандала. С вами в костеле, а не справа. Это госпиталь был в прошлом. Какие госпитали строили? В 16 веке. Да. Но потом это здание перешло в семье, одной знатной семье, была собственность. А сейчас вот здесь будут создавать отель. Здесь так есть такое. Такая программа в исторических зданиях сделают пятизвездочные отели, они даже называются «Парадор». Во-первых, здание сохраняется, но и доход. Ворота, главные ворота, вход. Это был подарок Карла V. Ну, знаете, да, его тут не любили в Кастильских городах. Он делал очень богатые пожертвования, чтобы там все деньги же просил. И вот видите на фасаде двухглавый орел. Это герб Карла V, ворота Бисакра. Ну, сейчас это исторический, да, просто памятник, да. Ну, вот мы с вами, да, город находится на реке Тахо. Тахо – это самая длинная река в Пиренейском полуострове, и которая впадает в Атлантику у Лиссабона. Ну вот у нас кто-то, да, из группы потом едет в Португалию, будет в Лиссабоне. Так что там вы увидите, да, как разливается Тахо в огромное море прямо. И вот сейчас перед нами вот откроется вид вот с этой стороны на город. Вот вы, да, видите вот это квадратное здание с башенками, это Алькасар. Он строится в 16 веке. Здесь будет резиденция и Карла V, и Филиппа II. Ну вот видны ряды стен. Так что вот эту такие обрывистые склоны, скалистые, еще защищали стены. Город был очень так прочно укреплен. Так, ну вот отсюда мы сейчас смотрим на другой берег. Вот вы видите слева башни с такими зубцами, да? Это замок. Замок Сан-Сервандо 12 века. Принадлежал ордену тамплиеров.
настоящий, вот сейчас хорошо видно, да, сейчас там находятся, ну, как сказать, школьники, когда путешествуют, вот там для них такой пансионат, что ли. Мост Алькантара, 13 век. Да. Да, это вообще было еще построено римлянами, потом перестроен мусульманами, ну а это уже при христианах. Здание, которое наверху, вот на том берегу слева, это сейчас военное училище. Ваша резиденция королей, это было военное училище, но оно было раз в гражданскую войну очень пострадало. Да, ну вот тут все, что осталось от акведука, вот с правой стороны, вот на том берегу, такой остров, да, аквост, видите, и здесь тоже, да, какие-то фрагменты. Это римский акведук, вода поступала вот сверху в город. Ну а мы с вами вот уже на другом берегу, да, река Тахо, зажатая между этих скалистых склонов. И будем сейчас подниматься, вот там впереди автобусы, и мы едем туда, там у нас будет остановка, и вот оттуда как раз откроется вид на город. Да, ну тут, видите, да, грязновато, загрязняют. Здесь воду. Уточки тут. Вон утки, смотри, какая. Вот это все, да, это уже гранит. Гранит. Не на воде, на горе. Вот наверху, видите, сейчас как раз справа, видите, на самом верху тоже строение. Это тоже отель, вот с системой Парадора, пятизвездочный. Ну, хотя это здание и новое, ну, конечно, не историческое, но место особенное. Да, ну, а мы с вами вот сейчас сюда поднимаемся, открывается вид на город. Итак, Алькасар, вот с башенками, да, графитового цвета. В прошлом, в 16 веке, резиденция испанских королей. Потом было военное училище. Франко там учился. В гражданскую войну здесь были сильные бои. Очень пострадало. Сейчас музей, городской музей. И вот видите, в центре сам собор, да, готический, вот с колокольни. Это кафедральный собор, вот самый главный, да, и мы с вами туда и пойдем. Мы остановимся, вы все увидите прекрасно. Я просто, пользуясь микрофоном, объясняю, что тут есть.